Соколова. В небе снежном народился месяц молодой, мир надеждой осветился солнцем калидой. Всем здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Здравствуйте. Выбрались мы опять уничтожать водные биоресурсы Самарской области на 4 аж лодках. Все НДНД, у всех пятнашки, все серьезные люди. Группер, вот новый стоит группер. Прям вот первая рыбалка у него. Там сзади у него висит пятнашка Хайди. Ну, в смысле 9,9. В общем, сейчас на место приплывем, и будет у нас серьезная рыбалка. Добыча. Все, встали на точку, на ту самую с удачной точку. Вот наш второй экипаж, группировка. И мы тут сейчас будем истреблять судака. Короче, погода офигенная, ветра нет, тепло, дождя нет обещанного. Хорошо, что иногда метеослужбы ошибаются. Первый заброс. Вон прям в берег попал. Четко. Слаженные действия командного. Сейчас понабрываем опять. Ой, сейчас если с той лодки поимка будет, там визгу будет девчачьего, я не могу. Я просто... Я хочу танцевать. Я просто поймал рыбу. Идиот! Я просто... Я рыбак. Идиот! Мам, я рыбак. Идиот! Просто иногда для судака важна вертикальная составляющая проводки. Ему вот эти вот проплывы полуметровые после воды неинтересны. Есть Боря, судак Боря, который вот с берега клюет. А есть руслик с русла, который. А есть еще сослик, когда не клюет. Вот он. Дядь Саша-то взял. Серьезно, какая-то рыба-то. Судак, что ли? Щука. Оп, как я ее выловил. Щука. Надо позировать нам. Она, смотри, с листьями. Щуку заказывала? Щуку привези. Вкусную? Слушай, да ты подкаблучник. Спецназ МВД не делает промахов. Андрюш, не того ты напарника себе выбрал. О, тетя Игорь поймал. Большой. А это судак или берж? Судак. Судак. Гордый такой. Клич. Судак. Я когда вырасту, я буду ловить судаков. Хороша речка Енисей. Хочешь купайся, хочешь пей. Смотри, лип-гриппом сейчас будут брать 300-граммового судака. Ты, блядь, в навесу лип-гриппом берешь. Молодой еще. Кровь горячая, блядь. А это щука, да что ты будешь делать, паскуда? Паскуда, тварь! Андрюш, придет твое время. Щука, вот щука. Я судака говорил, даже на камеру сказал, мы будем ловить судака. Да тебе лишь бы что-нибудь кто-нибудь дергал там. А мы-то серьезные люди, у нас цели стоят. Ну, в общем-то, пока что в активе у конкурентов 2 судачка с мизинец. У нас 2 щуки по 5. Ну, я не взвешивал, но примерно 5 они весят каждая. И поклевок что-то нет почти. Так, пару тычков было. Чисто надо выманивать эту сволочь из коряк.
Он там и стоит, он на чистом месте вообще поклевок нет, только в чепыжнике. Пошевелил, его оттуда вытащил, выманил. Должно быть сервис, мы же современное общество, должен быть сервис. Доставка прям в квартиру судаку. Я, блядь, не оборота не сделал, просто закинул, и оно там... Такуняра, походу. Он стабильный, стандартного здесь размера. Просто. Вот это называется съедобная резина. Положил на дно и кури. Но он на падении, скорее всего, взял. Слушай, я еще ни разу, я теперь не буду записывать эти превьюшки вначале, типа, мы едем ловить судака. Нахер надо? Я, короче, на рыбалку отловил. Потом стемнело вечером, и как будто это утро. И я говорю, сегодня мы поедем ловить двух щук и одного окуня. Херак, и все. О, дядь Саня, красавчик. Хороший, хороший. Так это, по-моему, берг. Берг такой, что ли? По-моему, да. Порыва, да? Посмотрим. Покотчный. Где покотчный? Смотри, на туре. Его более крупный берг. Да, слушай, это берг. Да? Я прям гигант. Вот это берг. Ну-ка, дай я тебя запечатлю. Душа, да? Давай, запечатлю. Твой инстаграм мой. Сейчас ты станешь еще более популярным. У меня в инстаграме подписчиков 50, наверное. Так, мы почти закрылись. Нам надо еще одну рыбу, чтобы 5 из 5 было. А дальше укрупняться будем. Это все-таки про Англерс Лига. Интересно. Интересно, девки пляшут. Нет поклевок совершенно, да? Просто бабах рыба. Потом час опять стоим, тишина, полчаса. Бабах рыба. Интересно. Можно было бы, конечно, кинуть в твою сторону. Делать, конечно же, я этого не буду. Рвотный конь, блядь. Все за мой счет. Кто продержится дольше всех и не сбрет, получит последний кусок пирога из холодильника. Итак, начали. Ну, это кофе, в котором очень мало кофе. Остатки. Последки высыпал. А ты кофе не любитель, что ли? Я тебе покажу, как. Давайте все не выпьем. Уважаемые подписчики. Ну, обращайся. Мы всегда малоимущим готовы помочь. Кумыс, если хочешь. Кстати, могу конфет дать еще сосательных. Отсосать хотите, ребят? Я смотрю, что вы, да, сосете и так без... Без моего участия. И ты, Андрей. Держи, Александр. Отведай сосачку. Кстати, хочу обратить ваше внимание, вот эта лодочка группер. Лодочка группер. Да нет, кстати, тоже такая. Я думал, что-то мне показалось сначала, что она эта у тебя не шершавая. Рыбалка же, это же вещь такая сейчас. Современные рыбаки, они выглядят круче, чем пилоты Формулы-1. Всех экипировка, моторы, лодки, дорогие спиннинги, эхолоты, шляпы крутые. Главное, это фирменная, модная и практичная экипировка. Гортекс, шляпа Гортекс, как ее, мембрана, пропускает воздух и все, ничего больше не пропускает. Закрылись. 5 максимально крупных рыб. Смотрите, всю щуку изгрызли, блин.
Мелкая щука ее. А у нее даже вон хвост, смотри. Как будто ее пытались почистить. Взрезанная вся. Раз она пережила такие... Если эта щука пережила такие увечья, я не имею права ее забрать. Уважаю таких ребят, которые вот... Целое русло, блядь. В эту сторону 100 верст, в эту сторону. Но надо пройти обязательно, так, чтобы... Бортами чиркнуться. Что-то нас вообще не клюет, короче. Все в итоге свалили, остались мы вдвоем. Даже отвесники все уплыли, никто не ловит. Походу, что это, типа, не клюет, что ли? У нас клюет. Вот судак, судак. Вы думали, мы судаков не поймаем, а мы вон поймали. Ну, мы вдвоем с Саньком поймали судака на Санин спиннинг. Я вот уже, честно говоря, складываюсь, сижу, вон, катушку уже снял, все. А Саня судака вытащил. Все в поисках судака на средней реке. Как и всегда. Один недосудачок, это уже целый фильм. Окунь, щука, берж, судак. Четыре вида рыбы. Не река, а просто какое-то одно сплошное разнообразие. Что, все, короче, поедем мы домой. Судака поймали, как и планировали. Все поймали в довесок. Две щуки, пару окуней. Берша хорошего, крупного. Ну и судака, само собой, поймали. Так что план опять выполнен, как и всегда, в принципе. Все, устали, поплыли домой. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Пока. Всем пока. Да, будем прощаться. Всем пока. Пока, прощайся. Пока. Стендап ты? Стендап молодого импотента? Али, может быть, ты себя возомнил Хованским?